Дай-ка подумать. Если мы хотим выбраться, нужен тщательно продуманный план. О, придумал! Слушай. Итак, мы сейчас в трюме. А где капитан? Правильно, на мостике. Так, попросим охранников нас выпустить. Пройдем по этому коридору к мостику и поговорим с капитаном. Он развернет корабль. Готовлюсь. И мы заберем детей. Нет, мы не станем говорить ни с охраной, ни с капитаном. У меня есть настоящий план. Я с вами прорвусь к мостику. Ты забыла, что мы здесь заперты.